Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Значит, не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию события, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за 1000 километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море.